Используя пользовательские фильтры программы Microsoft Excel 2010, вы сможете сделать фильтрацию таблицы, задав в качестве фильтра несколько критериев поиска, при этом оставив на листе только те данные, которые удовлетворяют заданным критериям. Рассмотрим, как работать с пользовательским фильтром. Для фильтрации значений нам понадобится таблица. Для начала выделите диапазон ячеек таблицы. Затем в списке фильтров раскройте список задач «Числовые фильтры» и выберите условия, которому должны соответствовать искомые данные. Например, укажите команду «Больше». После чего в открывшемся диалоговом окне «Пользовательский автофильтр» необходимо в поле, расположенном справа, указать, больше какого числа должно быть искомое значение. Для задания второго условия выберите из списка, расположенного ниже, второе условие, которому должны соответствовать искомые данные, а также введите числовое значение в поле, расположенное справа. После этого необходимо выбрать логическую функцию, которая соотнесет найденные данные. Выбрав функцию «И», вы сможете отобразить как значения, отфильтрованные по первому, так и по второму критерию. Выбрав функцию «Или», результатом поиска будут или значения, соответствующие первому критерию, или значения, найденные по второму. Указав необходимые параметры, нажмите кнопку «Ок». Как вы можете заметить, в таблице остались лишь те данные, которые соответствуют заданным критериям фильтрации. Таким образом, используя фильтрацию данных в редакторе Microsoft Excel 2010, вы сможете оставить в таблице только нужные вам значения.